Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии за Майя, Sid Meier's Civilization 5, игра на шестерых. Если вы смотрите не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Классическая эра плюс одна культура. Да, наверное, вот это сделаем. Эти четыре культуры будет. А так в музее было бы это две культуры вход. Какой замок тебе не поможет, лучше строй флот. На флот что поможет? Ну хоть что-то. Ну, раз пошла такая пьянка. Ну что, португалец, оказался я прав насчет Венеции? Не знаю, ну, блин. Ты просто убил одного игрока на море, а оставшегося ты просто не осилил. Вот в чем разница. Ты мне Кабул не хочешь отдать? Ну, у него же подводные лодки.
Ну что, там вторые бомбы уже. Я не знаю, чего мы ждем. У тебя Сириус есть уран. Только одного от него, если меня захватят бомберами сейчас вторыми. А у меня урана нету вообще даже близко. Ну вот только здесь, если ставить. Бахнуть город, например, прям на уран. Мне ходов 10 не хватило еще развиться. Так, может, не надо все-таки было так на шведа? А по-другому тут никак. Все, Сектуна падает у меня тут уже. О, не Сектуна, а Анси. За один ход все снял почти. Это шпиона туда посадил, что ли? Не, у нас же границы видят. А, он на холме же. Ничего, мои бравые арбалеты идут уже. Кстати, как у тебя там дела продвигаются? Да он туда-сюда плавает. Вот три диска, да? Туда-сюда плавает. Это такой, знаешь, психологический ход. Мельтешить перед глазами, чтобы запутался, уснул. И все, и не мог больше. Если как кому нефть нужна, нет, то да, у меня да. Есть. Больно стреляют мои арбалеты. Да. То тоже. За Португальский голос. Получи, получи, пехотинец. Еще копеечки подойдет, копьями забросает тебя. Подожди, Локи.
Да, это... Ну, чем мог, тем помог. Решит исход битвы. Ну, не скажи, что у тебя не потеплело на душе от помощи. Да. Лаки не просто анцы, как кажется. У тебя 4. Так, а когда у нас заканчивается... О, сейчас закончится научный договор. Через ход. Ренессанс? Нет. Тогда лучше все-таки артефакт взять. Я здесь лучше ферму построю. Не, вот вдвоем на город нападать, по-моему, это нечестно. Вот, правильно, отходи. А что, там еще португалец на тебя нападает? Да нет, двоюри так правило. Какой мисклик, как всегда лагает в конце. На тебе. Тебе стыдно за то, что ты устраиваешь с римским народом? Индия Компани закончится. Парашютисты фигачат. Ну да, мне этим сейчас город забрать, я его тут мочу. А уже есть? Это кто такие еще? Кто звал Янычар? Янычар подвел. Давай до свидания. Блин, откуда же денег-то столько? А откуда у Лаки Лузера денег столько? Ну, на армии не содержал сколько ходов. Что, что? Ну, армию не держал. Армии практически не было. А не торговал он ни с тобой, ни с португальцем? Я не видел караван ко мне. Я к нему пускал, он получал с меня 10 монет. У него вход там было по плюс 100 и больше. Ну зачем ты сюда бомбер кинул в Мюнхен? Будь человеком. Он у меня еще эти пограбил морские. Караваны. Ну, да. А, вот откуда у него 1700. Бомбардировщиком по копеечкам. У тебя вообще совесть есть? Себе.
чтобы закончится сопротивление это в Кабуле. Это видео выходит при поддержке глобальной космической стратегии consolewar.ru, и там появилось дополнение с новым балансом. С нуля в игре за 5 минут выход в космос, за полчаса развитие до фрегата, через полтора часа уже можно кромсать ящериц. Заходите на consolewar.ru и не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание «Лёша Рептилоид». У тебя двойные протоколицы. Зачем тебе анцы мощные, лайки? Просядешь по счастью, коих у тебя 8 уже. Сириус, а как ты избавился от давления? Ну, прожег всех этих псак. Как ты их увидел, алло? Читали Варгас Альосу, тетушка Хулио и Писака? А-а. Я просто сказал, что сжег всех Писак, мне вспомнилось. Почитайте, прикольно. А, у него есть уран в Лаке. Я вижу, где он его обрабатывает. Видишь, где обрабатывает? Но я пока не вижу, чтобы он у него был. Но он обработает. Так а где у него? А, это нельзя говорить. Нельзя точно. Говорить. Нельзя, да. Ну я, конечно, сейчас захватил рабочего, но это такое временное. Отстань ты от моего города, ну уже. Ты решил все-таки забрать его, да, втроем? Ты говоришь втроем, как будто там реально три человека на тебя нападает. Что, Сириус, ты тоже уже в уран вышел? Нет, просто клеточки смотрю. Ну, если ты думаешь, что там он... Я, правда, не знаю, я не вижу анций, как он забирается, но у тебя есть уран не только у анций. Да, толку нет этого урана, ты по науке отстаю очень сильно. Все, он сейчас всех моих этих линкоров под лодками. Хотя я у него один бомбер сбил. Трипланчиком. Только толку от этого. А, уже Рим обстреливается. Пока я тут. Португалец, а у тебя как дела? Не лучше, я думаю. Ты не хочешь там как-то? Ну, он напасть.
Да неубиваемый какой-то парашют у тебя там, а? Он у меня, но он на меня не нападает, он на меня просто стоит где-то там. Недалеко. Ну, а тебе не кажется, что если он Сириуса захватит, то следующий ты? Так я строю войско. Строю линкоры, строю самолеты. Ну, не этими же, не фрегатами на него нападать. Я сижу, не воюю, развиваюсь. Счастье. Как ты думаешь? Убрал Венецию отсюда. Сириус, хитрюга. Но это надо. У парашюта лакея одно очко здоровья. У меткалука наносит тоже ровно один. Как думаешь, убьет? Ну ты меня перекликаешь, в любом случае. Я самый бесполезный клик, ребят. Ну что, все, да? Германия минус 4 счастья. Этот рыцарь еще сделал много дел. Он взял, захватил рабочего и разграбил торговый пост ему. Ё-моё. Урана у меня дохренища, а вот у Лаки есть 4 штуки. У тебя дохренища урана? Угу, 6 штук. Ну, это не дохренища, но, конечно, норм. Свалил от меня, наверное, на Рим пошел. Ну да, значит, у меня флот, потому что, ну, конечно, бомберами обстреливать меня просто все бессмысленно. Но у него сейчас несчастье просто еще, поэтому он отошел. А далеко тебе до перехватчиков? Просто три плана, они на самом деле, я не помню, то ли они какие-то сломанные, то ли что. У них какая-то очень низкая вероятность перехватить на самом деле. То есть три плана вообще не работают. В другой эпохе. Тут не важно даже этой эпохи, другой. То есть даже если бы он тебе первыми бомберами шел, три планы хреново работают. По-моему, у них 50%, типа, перехватит, не перехватит такое. Минус подлод. Так, тут где-то вот лагерь.
Даже не знаю, куда отправить. Так, вернул в столицу своего шпиона. А этого... Жалко, что и другие города немца не вижу. Ладно, Лаки, не кажется, или ты не на того пошел? Все-таки. Серьезно, вообще, блядь, из мутколука по парашютисту стрелять. Ну я говорю, тебе не жалко вообще? Остановись. Остановитесь. Ты еще не Ливан. Я не знаю, как мне играть вообще, блядь. Это просто жесть. У меня такое слайд-шоу, я думаю, представляете. Так, караваны как бегают у нас. Ой, слушай, у нас Сириус, это самое, как с парашютистами делать? Ой, знаешь, если бы ты их выстрелил ранее, я их все равно с ним ничего не сделал. Два втекали в чеченицу в Ушмаль. Так, давайте в чеченицу будем отправлять из Ушмаля. Так, надо потихоньку начинать писателей сжечь. Ну так, чтобы не особо было заметно, я одному вход буду. Уж меня какие-то пираты осаждают. Производство давайте. Отстань от моих линкорчиков. Ну, я Мюнхен, ну, конечно, спустил наполовину, но только толку от этого. Лаки, давай мир. Так что, никто ничего ни у кого не захватил до сих пор? Он нюансы сжигает. А он захватил уже его? Да. Он захватил или просто... Захватил, сжигает. Лаки, давай так. Будь человек.
Сириус, у тебя какой-то был торговый маршрут ко мне? Да. Ничего себе. Ой, мочит, мочит. Я в, ну, в новую ББшку только кину. Нап, бомберов. А что случилось? У меня такое несчастье. Отстань. Да, точно. А чё, Рим, у тебя такое несчастье? Не знаю, что-то прям в течение хода изменилось. Как будто что-то разграбил. Ну, такое ощущение, что это от культуры. Вообще-то. Музыкант, что ли, прожил где-то?
Я ничего не делал. Нет, я понял. Нет, вообще на него культурой никто не влияет. Только он на португальцев, да, 13% и на рим на 10%, и все. С несчастьем всю игру борюсь. Вау, португалец мир заключил с немцем. Я случайно. Как это? Я промазал, короче. Просто. Ну, блин. Хороший промах. Что это за игра такая? Я промазал, я смотрю. Ну, быстрее спать пойду. Что я могу сказать? Конечно, моей самой большой ошибкой было то, что я нацик построил в Стокгольме. Решил строить. Типа под горой. Угу. А им просто лимит. Ну, просто в Стокгольме очень мало еды. А его надо отращивать. А счастья мне всю игру просто не было вообще. Сначала не было денег, потом не было счастья. Игроков меньше, соответственно, и люксов меньше. Хороший Крэббитс. Так, я так, голосую я... за отмену культуры за чудеса. Эх, лаки-лаки. Чуть-чуть не успела я поднастроить армию для тебя. Ну, Сириус, поэтому, блин, я и пошел. Потому что понимал, что они там уже все. Давай, высаживайся уже. Так, мне за что голосовать? Португалец, ты как проголосовал? Расскажи нам, пожалуйста. Давай ты 7 голосов я за... Я уже проголосовал. Ну и как? Я проголосовал... За... Ну, в общем, за этот... Ну, в общем, должно хватить. Отлично. 6 голосов я... 6 голосов отмена политики культуры, и остальные все за... Китов. Лаки, гумир. Алаки. Да хорош, Сириус, что, зачем? Ну смотри, Майя-то улетает. Ты следишь за этим? Да. А в каком месте я улетаю? Ну, бомбоубежище уже достраиваешь. Ну так потому что, блин, понятно, что ко мне немец придет бомбы кидать. Понятно, да. А дальше-то? Как он тебя захватывает? Я думаю, экскомами. Давай уже, Лаки, высаживайся, я тебя жду. Так уже в полтаймера прошло, как он может высаживаться? Лаки, разрешаю, высаживайся давай. Моя авиация тебя ждет уже, давай же, ну. Ну, что ж ты как не по-человечески, ты всякие вот эти подлодки, ну. Выходи в открытый бой, что ж ты, а? Видишь, без подлодки остался. Ну что ж так.
ЗРК притащил. Лаки, ну что же ты? А, ну давай же, смелей, смелей. Твои вот эти смелей, смелей наоборот. Как-то призывают не делать того, что ты просишь. А то я сейчас стены в Риме построю. Ничего себе. Вот это... защита против самолетов. Вот, молодец. Не стесняйся. У тебя линкорочка огрели тут. Отстанет парашютиста. Так чё, чё? Рим берется или нет? Ну, не знаю. Следующим ходом, скорее всего, будет все ясно. Ты запарил под лодками. Сражайся в открытую, но... Чувствую, я сражаюсь. Это какие-то подлодки там. Ну что ж ты так боишься-то, а? Еще одну ЗРК притащу. Ну. Так, 7 ходов. Ну, мобайл тактик возьмем. Все, 3 ЗРК отправил. Я за всю игру, короче, стырил только две техи в начале и все. Потом у меня шпионов убивали, и это еще с идеалом. Удачно взял автократию, да? Не, ну вот реально всех вообще. На самом деле, конечно, Сириус сейчас чисто за меня сражается. То есть
чем дольше не забирают Рим, тем больше вероятности, что победю я. Я не знаю, что так Лаки... Ну, конечно, он хочет забрать, но если быстро это не получается, то не имеет смысла, по-моему. Место, конечно, у Германии шикарное. Я, конечно, все не вижу, но столица у него намного круче моей. У меня неплохо, а у него просто намного круче. Ну, по-моему, тут вот Сириус как бы сам виноват в том плане, что он так долго на Швецию упарывался. Неужели вот реально не было? Почему бы не забрать вот ГГшки, например, эти? Или тут одна ГГшка, Ереван. Да, отстань ты от моих парашютов. А, тут Тектуна стояла. Ну да, да. Торговые пути хотят, Ифи хочет Христа. Через 6 ходов я могу ученых покупать. Ну и у меня еще останется вера на покупку инженеров, чтобы детали ускорить. Да, дугалец не надо, может не вести. Смысла нет. Все здесь обречено слишком. А, стоп, я уже могу... А, я могу уже бомбы строить, блин. Чё я тогда в город не ставлю? А, стоп, ядерный я не могу. Блин, ядерный только тут. Эсминца привела. Как много сил ты бросил на захват Рима. Воюю против меткалуков и гатлингов. Да ладно, Сириус, хорош. У тебя линкоров куча была. Да не. И что, ты их самолетами просто там пиф-паф. Все. Не, вот давай я его потоплю тебе, а? Этот эсминец. Он мне не нравится. Ты куда удрапал им, а? Вернись. Я рано город поставил. Так, Лаки тоже в информационную эру вышел. В роботикс. То есть он идет в икскомы, чтобы у меня высаживаться.
Окей. Захватывай, давай рибу уже, что ты тянешь? Немец, захватывай Рим. Серёж, ты выйдешь, что ли, хочешь? Нет, я не знаю, что ты этим ходом можешь, а ты что-то тянешь. Я тут пока туда-сюда, уже у меня лагает очень серьезно. У меня мисклики из-за этого такие происходят. Это вообще невероятное просто. Кстати, вот интересно, это я замечал, что вот в Циве, когда какая-то такая большая война, вот начинают такие лаги почему-то. И тоже бывает. Вот именно у людей, у которых много юнитов. Здесь за счет чего? Португалец, что ты там меня окружаешь, скажи? Ну все, хана тебе. Сейчас португалец. А ты же помнишь, что твои зеркала умеют захватывать города? Что ты мне подсказываешь? О, Рим пал. О, наконец-то. Я прям вижу этих гусей, которые не успели в Рим. А что у тебя тут есть, Сириус? Пирамиды и статуи свободы? Да, да, да. Там нет, там еще есть для тебя чудо. В каком-то городе, не помню. Что там у меня осталось? Сикстинка. А что, статуя свободы плохое чудо? Да нет, ему еще больше промки даст. Все, спасибо за игру. Спасибо за игру. Блин, даже не знаю теперь, куда сажать. Какую-нибудь ГГшку, наверное. Культурную. Проблема в том, что я сейчас не могу Оксфорд использовать из-за Кабула и из-за Тулума. Ну, это не важно тут. Нет. АЭС мы не будем строить. Нам уран нужен. Будем строить парашютистов. Опять убили шпиона. Сволочи. Дефенсив пакта что-то значит? Нет. Ну, если на тебя нападут, то дефенсив пакт тоже сработает.
Леша, кикнешь Сереж тогда? Сейчас? Ну да, у меня тут ничего нету, мне вообще никак не мешает. Со всеми мир заключил. Ты хитрый жук немецкий. О, что-то тут Рим начал. Декларации какие-то. Боже, португалец опять, не знаю, какого четвертого твоего шпиона уже убиваю. У меня всех шпионов. Если не зашла фотография у тебя португалец, я у него тоже двух шпионов убил. Так я говорю, всех шпионов у меня убил. Лаки еще этот баллистик не вышел. Он в роботикс вышел, он идет в экскомы. Он просто хочет экскомами на каждый ход проверять, не вышел ли он в экскомы. Ну, просто окружить столицу, пускай он тут высаживается, конечно. Так, а что там принято у немца? Рационализм 4, традиция 5, эстетика и порядок 6. Ну, знаете, примерно как у меня. Порядка у него, конечно, больше на одну. Рационализм только же 4. Значит, пока не хочет тратить. А это Рим на тебя напал, немец, или ты на него? Я на него. Ну, как все ему войну объявили, так и я ему войну объявил. Не, я... Про Рим, мне интересно. Так Сирис же ушел уже. Я у немца спрашиваю. А, нет, немец на него напал. Нет, Сириус мне сам войну объявил, на самом деле. Как я на тебя, португалец, напал, Сириус из солидарности. Ну да, он это выручал.
Так, сколько мне тут нужно для покупки? Там уже вы обратили меня, что вокруг стоят юниты немца. Он собирается Кабул захватывать, так что мне надо 40 монет мне всего надо. Еще одну подлодку купить на всякий случай. Ого, уже 3%. А, ему же еще вот... Ну, он, видимо, вот это все открыл. Хохол, ты тут? Да. Предложение ответь. Сейчас. А, вот уже Кабул обстрелян, блин. Я не заметил даже. Сейчас будем убегать срочно. Ну, Кабул захватит, естественно. Фига себе, как Рим взялся за... И Аполло построил. Да, видать, Сириус там готовился, блин. Да. Я думаю, компьютер продолжил это дело. Беломисов одну подлодку. У меня только одна подлодка осталась. Так он может и атомки кинуть. Это, наверное. Что-то я, кстати, не видел в сетевой игре, чтобы компьютер атомки кидал.
Ну, значит, не может. Ты чё, Лаки, собираешься в меня ядерку кидать? Ну, мне ещё одну подлодку убил. Теперь придётся только защищаться. Как ты там их настроил-то, Лёш? Ну, найди. 36. Собери их все. Это удручает. Да ну не расстраивайся, чего ты. Выходные же. В принципе, теперь можно и АЭС построить. Опа, опа, португальц, ты что делаешь? А что, нельзя было? У нас гаспах, ты что? Ну, мы же по правилам турнира. Так, гаспах тогда нельзя было предлагать. Почему нельзя предлагать? Можно. Он же тоже работает, если, например, на тебя кто-то нападет, то португалец объявит войну. Еще стоит, но я думаю, уже можно убирать. Тут уже варвары не появятся. Куда Лаки Лузер идет. А, стоп, я ж могу уже ученых покупать за веру. Что-то я забыл. На этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится на канале завтра. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет
распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.